Сейчас этот городской пляж является центральным для Сочи, а ветхие помещения и здания не входят в новую концепцию реконструкции, которую поручил провести глава города Алексей Капайгородский. Практически будет зачищена вся пляжная эта территория с выходом к реке Сочи. Дальше второй уровень данного пляжа то же самое будет снесен, для того, чтобы люди, находящиеся на верхнем, на первом, так сказать, этаже сквера, пляжа Ривьера, видели море открытым. Знаменитую лестницу, ведущую к пляжу, расширят, а ларьки по обе стороны от нее уберут. Концепция реконструкции пляжа Ривьера сейчас находится на утверждении, после чего ее представят жителям города.